сказать, тебя это не потревожит. Чей плач на проводе останется как будто вечным. Он умирает, всей правды не узнав о вечном. Вечно причины что-либо оставлять на завтра. И как обычно завтра остается тем же завтра. Думал успею, но времени вернуть обратно. И так теряет жизни год за годом брат за брата. И сколько душ уходит в ад от нашей нерешимости. Избита логика у Бога от наших же фальшивостей. И что же делать, в любви не видя смысла. Эй, люди, говорю вам всем, пора остановиться. Прошу поверить в истину, в любовь и правоту. В пороке не увидеть жизни полноценной ту. Любовь, что отдала нам всю себя за все пороки. Любовь, что в сердце у меня, и лишь она от Бога. На лицах нет улыбок у людей совсем. В какое время мы живем? Вопрос ко всем. Ненависть, обман правят этим миром. Что же делать дальше? Господь, подскажи нам. Я слышу голос небес, познайте истину. И она сделает свободными вас везде. И как бескрайняя степь, его любовь ко всем. Да, ее хватит на всех. В какое время мы живем? Сделай перепост. Вопрос этот пусть не сходит из твоих уст. Тяжкий груз, путь узок, продолжаем идти. Земля обетованная еще впереди. Посмотри, этот мир контрастный. Ненависть и любовь, быть во тьме или сеять свет. Выбор за тобой, жизнь как наш Бату. Держи слева хук, главное не потеряться. Помни, рядом твой друг. Это тяжкий труд, прощать того, кто недостоин. Если сделал добро, значит оно того стоило. Не гони за славой, будь самим собой. Уважай старших, так сказал Господь. Ведь мы одна семья, но все такие разные. Не смотри на цвет кожи и разрез глаз твой. Я и сам из Глазго, я Саганамана. Я за мир во всем мире, заявляю прямо. На лицах нет улыбок у людей совсем. В какое время мы живем? Вопрос ко всем. Ненависть, обман правят этим миром. Что же делать дальше? Господь, подскажи нам. Я слышу голос небес, познайте истину. И она сделает свободными вас везде. И как бескрайняя степь, его любовь ко всем. Да, ее хватит на всех. Знаете, мы живем в такое время, где все продается и все покупается. Но есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. Это любовь, прощение и дружба. Следующий куплет необычен сам по себе, потому что каждое слово в этом куплете начинается на букву П. Хорошенько впитай. Пойти по путям портянки потеряв, по проспекту пешком, после пати погуляв. Полумесяц покрывает пешеходный переход, проецируя плакат под покровом полюсов. Парень, прочитав повесть, подумав, произнес, почему постоянно пипу просит папирос. Подорожать, пожалуй, проще, привычка плохим. Поспеши поскорее, покинь прицел.